Варя Семенова, 5,5 лет, город Москва. Я люблю играть со своей сестренкой, а я люблю с ней играть в прятки, я люблю гулять на площадке, лазить. И я очень люблю, когда приходят мои друзья на площадку. Я с ними очень сильно дружу. И я очень люблю, когда папа, мама и моя сестра, мы всей семьей едем куда-то отдыхать, развлекаться. Я боюсь, когда мы гуляем на площадке, и мама с папой или бабушка, они куда-то далеко уходят, что я их не вижу, и меня смешило, когда мы были в Италии с мамой, папой, сестрой, бабушкой, мы пошли в цирк, и там один клоун, он был очень смешной, и он делал вид, как будто он отпускает шарики, он так боялся, очень смешно. Недавно мы гуляли во дворе, Аленка, Мишка и я. Вдруг к нам во двор въехал грузовик. На нем лежала большая мохнатая елка. Мы побежали за машиной. Вот она поехала к дому управлению, остановилась. И шофер с нашим дворником начали эту елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче, легче, давай заноси! Правее, левее, остановь ее на попа! Легче!»